Как мне жаль, что нельзя заблокировать чувства и на вход в наши души поставить сверхсложный пароль. Ограничивать доступ, как только становится пусто, и менять кодировку, когда отыграл свою роль. Не стирается память нажатием парочки клавиш, не забудется первых сближений невинная дрожь. Повторится ли с кем-то подобное, точно не знаешь. Ведь один человек на другого совсем не похож. Я впускала бы в жизнь через сотню контрольных вопросов. Отпечатки снимала бы на случай утерянных душ. Я бы всех, кто приходит, сама подвергала гипнозу. Понимая, конечно, что все это полная чушь. Нет защиты от взлома на сердце в любовной программе. Чувства вирусом бьют по раскрытым, как папки, сердцам. И все самое тонкое, хрупкое, что между нами, навсегда под ударом, разослано по адресам.